Через 3 недели, а именно 1 марта, заканчивается бесплатная приватизация жилья. Чем ближе этот срок, тем больше желающих приватизировать свои квартиры. Простому человеку довольно сложно разобраться во всех нюансах оформления документов. И как следствие, в организациях, которые задействованы в этом процессе, вырастают очереди. Людям приходится по 2-3 раза посещать одни и те же кабинеты. Жители поселка Кугеси в бесконечных очередях вынуждены проводить целые дни. После очередного стояния они позвонили в нашу редакцию с просьбой разобраться в ситуации. Татьяна уже в 4-й раз пытается получить выписку. Без малого 2 месяца ей приходится ходить по различным инстанциям, собирать справки. Отстоишь очередь в БТИ, там говорят, что вот какую-то дополнительную справку надо взять. Потом приходишь сюда, здесь опять говорят, что-то вот ненормально. Выписку из лицевого счета в ООО «Жилкомцентр» можно получить только по вторникам и четвергам. Вход в кабинет строго по одному. Об этом предупреждает табличка на дверях. Многим жителям поселка Кугеси приходится с утра занимать очередь, чтобы попасть на прием. Неужели нельзя обеспечить дополнительным персоналом и, как говорится, людей быстрее обслуживать? Но даже вот я стою с полодиннадцатого, сейчас время уже 12 часов доходит. Передо мной вот еще человек 10, наверное, и каждый там вот, можете даже засечь, по полчаса там. Вот представляете, я к вечеру даже не подойду. Но как только наша съемочная группа здесь появилась, очередь моментально растворилась. И работа сразу же закипела. В кабинете, где принимали строго по одному, вдруг стали обслуживать по 2 и даже 3 человека. Очередь связана только с тем, что люди опаздывают приватизировать. Понимаете? Получают выписку с финансового счета для приватизации. Такого ажиотажа у нас никогда нет. Вот последние 2-3 дня. Все. По словам генерального директора, девочки работают без обеда, несмотря на то, что в графике работы он указан, как положено, с 12 до часу дня. И на каждого посетителя, по словам работников жилкомцентра, уходит совсем не 30 минут, как жалуются посетители. Если все документы в порядке, 10-15 минут. 10-15 минут? Да. Но все документы должны проверить все это до. Без обеда работают? Да, без обеда. Впрочем, есть и такие, кого в этой ситуации все устраивает. Я, правда, стояла с 9 часов, но сейчас везде очереди, я ничего не могу сказать. Что мне плохо обслужили, я не могу сказать. Возможно, после 1 марта ситуация изменится, ведь бесплатная приватизация заканчивается. Либо справки будут не нужны, либо очереди перестанут появляться. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.